Я напомню, последняя кредитная программа стартовала в 2014-м. МВФ пообещал Украине 17 миллиардов долларов. 8 из них государство уже получило. Правда, от официального графика Киев все же отстает из-за непринятых парламентом пенсионной и земельной реформ. Очередной транш почти в 2 миллиарда долларов отложили на осень. Донорскую помощь от фонда Украина получает уже 23 года. За это время МВФ выделил 32 миллиарда долларов, отдали больше половины. Каждый украинец должен кредиторам по 200 долларов, так подсчитали экономисты. Без оздоровления экономики эту финансовую брешь не залатать, убеждены в оппозиционном блоке. Суммарно у нас критический порог давно перейдем. 90% ВВП уже должна страна. Это очень опасно для экономики, для страны и для ее безопасности. Кредиты брались на проедание. Не было никаких программ, которые бы, когда берется кредит и рассчитывается, как будет отдавать. Позиция нашей партии однозначна. Мы можем брать кредиты только под какие-то целевые программы, которые либо повышают продовольственную безопасность, энергетическую безопасность.